Ух ты, босс, Фокзила, ух ты. Так, давайте, давайте, котеночки. Так, ух ты, ух ты, ух ты. Давай, котеночек, давайте, давай. Так. Ой, Фокзила. Итак, в прошлой серии мы остановились на боссе Фокзиле, но он оказался очень сильным и он одолел нас, но ничего страшного. Сейчас мы соберемся и дадим ему, так сказать, пилюлей. Так, ну что ж, солнышко светит, мы идем. Так, у нас из обилок, так сказать, из наших способностей это лечение две штуки и разбивание, я не знаю, какой-то кулак. В общем-то, наверное, нужно будет посмотреть, что это означает. Но так-то оно не пишет. Ладно. Так. Что ж, мы пройдем дальше и нам нужно как можно больше собрать хороших костюмов, чтобы победить босса Фокзилу страшного. Так, вот сейчас я пройду, наверное, раза два, может три, и уже к боссу точно, чтобы уже вот наверняка его победить. Так, 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 молочко выпили, хорошо, так. Теперь вот эти вот ребятки. Так, 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 давай сначала вот этого ударю. А, ха-ха, да, снимем совсем уж просто. Так, давайте, наверное, пилу и арбалетчика будем. У них хорошие вещи, мне кажется. Вот арбалет, отлично, и маска пилы. И это, наверное, уже весь набор, насколько я знаю. Так, давай, давай, котеночку, тяжело уже. Ай-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой. Молочко, давай, молочко, ну уже, давай. Так, отлично. Так, так, давай, давай, молочко, так, 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 ну что ж, вот и босс, вот он, так, вот он сидит, Фокзила, это страшный робот, построенный наверняка этими гладкими лисенками, так, что ж, так, давай, 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 нет, 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 давай, Рошах, давай, ты сможешь, так, у нас все лечатся, так, отлично, давай, 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 давай. Ну же, давайте, ребятушки. Так, так, у нас не бьет даже, или бьет, но... А, ну бьет, бьет. Он огнем пуляет. Ура! Ура! Мы его победили! Ура! Проходим дальше. Так, новая территория. Ух ты, ух ты. Теперь мы в каменных каких-то местностях. Вот тут какие-то рыбки новые. Ух ты, это... Это получается аж 10, а, аж 5 за эту рыбку дается. Так, тут какой-то викинг новый. Ой, ну мы устали. Так. А, ну теперь мы в новой зоне, и тут как бы мы теперь будем начинать сначала отсюда, с этой следующей зоны. Так, хорошо, хорошо. Так, там была одежка викинга. Так, 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 а где же она? А, с викинга ничего не выпало? Это плохо. Ну, ничего, ничего, ничего. Хорошо, сейчас мы прокачаем наших котят на выносливость. Всех вот, вот по чуть-чуть. Так, чтобы мы могли дольше с вами идти. Так. А, и мы можем теперь выбирать, куда нам идти. Ага, я понял. Так, ну что ж, наверное, давайте я... выбью всю одежду, которая, ну, которой мне не хватает, чтобы, ну, чтобы, знаете, у нас был полный набор. Но поскольку вам не особо будет интересно смотреть, это рутинная работа, наверняка я сейчас поставлю на паузу, а потом мы с вами продолжим. Я покажу вам, продемонстрирую все костюмы, которые есть в первой локации. Все, ждите. Сейчас появятся новые костюмы. Раз, два, три, появись! Итак, вот я вернулся. И что мы видим? А мы видим, что у нас теперь есть все костюмы, которые только были на этих уровнях. То есть полностью заполнены две вот эти вот странички. Итак, давайте наверняка примерим все, скажем так, по очереди и посмотрим, что к чему нам дает. Так, начинаем мы с первого костюма варвара. Итак, он нам дает двойной дамаг, то есть в 20% шанса, что этот котеночек нанесет двойной урон. Ну, довольно-таки неплохой
костюмчик. По бонусам, правда, он слабоват, конечно, он проигрывает остальным, но это лишь костюм первого уровня. Итак, дальше у нас идет римлянин. Что же он нам дает? Так, римлянин нам дает 20% шанса блок атаки противника. Да, тоже довольно-таки интересный. То есть, вот этот может нанести двойной урон, а этот может и урон этот, скажем так, впитать в себя. Так, а что же нам дает вот этот вот, как же его, миньон? Миньон, да. Миньон нам дает... Так, а что же он нам дает? Ага, он нам дает... Ну, в общем, он может по дистанции стрелять, точнее, кидаться бананом, да. Это очень забавно. Так, давайте примерим шапку повара, точнее, одежку повара вместо Крюгера. Так, кук, да, повар. Так, блок... Да, у него, в общем, так же самое, он может блокировать атаку. Ну, наверное, это из-за щита, скорее всего, да. Вот, интересно, конечно. Так, дальше у нас идет вот эта вот какая-то принцесса, фея, я не знаю. Так, с этого нужно... Так, как? А, щит ему надо убрать. Так. А, это балерина, Забавно. Так, она тоже бьет на дистанции, то есть у нее дальняя атака. Итак, дальше у нас идет вместо балерины, сейчас померим, вот этот вот дядечка со шляпой, друг. Дрюк, это наш дрюк, он может... Ага, ну, в общем, он неплохо бьет палкой, у него... Ну, в общем, обычные такие вот способности. Дальше у нас, ну, мне кажется, что вот эта вот одежка Робин Гуда, честно говоря. Не знаю, почему мне так кажется, но, скорее всего, ну, так оно и есть. Арчер. Нет, это Арчер. А что же делает там Арчер? Ага, у него 20% шанса, что он сделает двойной выстрел, то есть двойную атаку. Ну, неплохо, что-то похоже напоминает Варвар. Ну что ж, дальше. Ну, дальше, ну, это точно я угадал, это Рокки. Так, снимаем шапку. Да, ну, боксер, ну, да, это боксер. Боксер Рокки, скорее всего. Он может тоже двойной дамаг, двойной урон. Так, дальше оденем вот этого вот китайца. Так, что же дает нам он? Так, снимаем вот это. Надеваем. Так, Монг, ага. Хейлинг, ага. А, ну, Монг у нас хилер, он... каждые 3 секунды восстанавливает 1 единицу здоровья. Так, интересно, это очень неплохой скилл. Наверняка благодаря этому мы победили босса. Так, далее у нас идет какой-то вот, не знаю, с пистолетами парень. Так, Лара. А, это Лара Крофт. Котеночек Лара. Отлично, что же у нас? Двойной выстрел, 20% шанса. Отлично. Так, далее у нас идет пила. Так, что может пила? Так, забираем пистолетик. А пила у нас может... так, Дайлай. Так, Sync Trans Distain It On. Ага, то есть у него способность, как и вот этого. У него есть... он может как-то на дистанции телепортироваться, что ли. Ну, что-то в этом роде. В общем, неплохой скилл. Далее у нас костюм из... фильма про Билла. Так, драйт, ага, 20% шанс блокировать урон, хорошо. Так, далее у нас идет Роршах, так, снимаем все, скотеночка, так, одеваем Роршаха, Волтер, ну, Волтер, да, это его имя, ну, так-то мы знаем, что это Роршах. Так, Notre Dame's After the... ага. Так, вот не знаю, что это такие за магические способности, если... Не знаю, честно говоря. Так, дальше у нас идет вот этот дядечка с криминального чтива, насколько я помню, Винфилд, да. Ага, то есть у него такие же способности, как и у пилы. Так, хорошо, так, давайте одеваем. Так, Фредди, ну что у нас может Фредди? Так, 20% шанс, типа, что-то вроде крита, не знаю, вот что-то вроде такого, так. Далее у нас идет костюм, конечно же, Фредди Крюгера. Что у нас может Фредди?
Так, а Фредди у нас восстанавливает здоровье, как это ни странно. Одно очко каждые 3 секунды. Не знаю, это очень странная способность, как для Фредди, мне кажется. Но что имеем? Люнчи или Ланчи, она может блокировать 20% шанса блока. Ну, что ж, неплохая способность. Так, далее у нас идут бойцы какие-то вот тут. Непонятно особо мне. Кай. Кай, что может Кай? Двойной урон. Так, отлично, я понял. А это у нас может Кай. А что у нас может вот этот вот? Котенок, как же. Так, а ну раздевайся полностью. Так, Кай, что ты можешь? Что ты можешь нам предложить? А, Рен. То был Кай, это Рен. А он может поглотить 20% реальности урон. Так, хорошо. Ну что ж, все, больше костюмов нету. Это были все костюмы первой области. Так, что ж, теперь нужно одеть те костюмы, которые, ну, для второй области годятся, скажем так, самые сильные. Ну, как по мне, это, так, нужно Фредди Крюгера одеть обязательно, потому что, ну, он действительно очень сильный, и он лечит нас, он пойдет на второй план. Вот мне так кажется, что это будет очень эффективно, поскольку он, ну, такой, неплохо добавляет там здоровья, урона, и плюс он еще лечит. Ну, как по мне, это круто. Так, что ж, дальше, наверняка, арбалетчик, вот на задний план, хотя я не знаю, сколько он, всего лишь 3, нет. Самый эффективный, как я понимаю, вот в этой вот. Так, ну вот тут у нас идут неплохие такие. Давайте, наверное, вот это вот в кимоно Кая. 20% урона. Или лучше 20% блока, ведь он будет нашим как бы танком. Так, это же танк наш, да? Так, повязку. Так, Рен. Да, вот он будет у нас на первом месте. Так, тут у нас будет... кто же у нас будет вот тут? Тут Фредди у нас. Давайте, наверное, вот это вот Данила поставлю в паричке. Чувачка, думаю, он будет неплохо справляться. У него неплохая способность. Так, дальше еще одного Данила нужно. Давайте Лару поставим. Думаю, у нее 2 пистолета, она неплохо будет справляться. Да, 20% двойного урона. Так, ну что же, погнали во вторую зону.